Почему участие в выборах президента страны – важнейший момент в жизни молодых людей, рассказали студентам РГЭУ Ринха. Члены общественной палаты объяснили, этот выбор определит жизнь страны на ближайшие 6 лет, так что проголосовать должен каждый. Также избиратели, которые в этом году пойдут на выборы в первый раз, узнали нюансы онлайн и офлайн голосования. Я буду голосовать очно. Я хочу прийти на избирательный участок, потому что это мой первый опыт. Я хочу, так сказать, вживую прочувствовать весь процесс. Молодежи необходимо донести тот посыл, что именно легитимность и участие в выборах, участие, еще раз подчеркиваю, участие в выборах, дают право о том, что наша страна и именно молодежь принимает активное участие в своем будущем страны. Напомню, что выборы президента России пройдут 15-17 марта. До этого подобные встречи общественная палата проведет и в других высших учебных заведениях.